эмоции самые положительные, самые радостные. Прежде всего потому, что вижу очень много людей, которые сегодня пришли и приняли участие в лыжне России 2023. Это значит, что люди любят спорт, спорт очень важная часть их жизни. И важно, что не только профессиональные спортсмены, хотя тоже их достаточно много, маленькие дети, пожилые люди, семьями приходят, принимают участие в этом празднике. На финише вас ждет горячий, согревающий, чайный, конечно же. Три, два, один, погнали! Всем советую двигаться, не стоять, бегать, кататься, прыгать, летать и бабушку уважать. И в лесу не заблудиться, потому что я люблю молоденьких на ужин и на завтрак. Лыжня России – это является традиционным мероприятием, которое проходит уже на протяжении многих лет. Последние два года мы как раз делаем на этом потрясающем треке «Город Драйв» объединенные мероприятия, мероприятия как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области. Поэтому сегодня принимает участие здесь около 4000 участников со всех районов как Санкт-Петербурга, так и Ленобласти, причем разного возраста, как и молодое поколение, дети, так это, соответственно, и пожилые люди в том числе. Обожаю, я обожаю эти мероприятия. Здесь, знаете, здесь питаешься позитивной энергией. Здесь такой наплыв участников, которые обладают единым счастьем, наверное. И для меня это просто вот прекрасное мероприятие, прекрасное проведение времени. Ну и здоровье. Thank you.